Соединенных Штатах банку крови в Майами и ближайших округах приказали прекратить сбор донорской крови. Опасаясь, что вирус Зика распространяется посредством укуса местных москитов. В стране заражены уже 1400 человек. Вирус может привести к дефектам у новорожденных, например, к деформации головы, то есть микроцефалии, или к нарушениям слуха. Случаи передачи вируса Зика зафиксировали уже в 67 странах по всему миру. Только с начала этого года о наличии свидетельств передачи вируса заявили 11 стран. Ну и кроме того, власти 14 стран заявили о том, что на их территории родились дети микроцефалы и малыши с отклонениями развития центральной нервной системы. Всемирная организация здравоохранения пообещала в ближайшее время опубликовать список технических экспертов, которые будут отвечать на вопросы журналистов во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Ученые полагают, что вирус Зика вызывает у беременных различные отклонения в развитии плода, а наиболее тяжелым из них и считается микроцефалия. Разносчики вируса – это комары.